Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, о чем вы даже не догадаетесь, что скоро будет. О чем не подозреваете. Ой, девочки, о том, что круто как-то поменяется ваша жизнь. Не знаю пока еще как. Либо какая-то неожиданная радостная дорожка у вас будет. Либо неожиданная радостная встреча, знакомство или поездка. Ну, я сказала о том, что будет дорожка, да. Причем изначально, я так понимаю, что из-за этих крутых перемен вы будете очень сильно переживать. Потому что там у вас неизвестность. Но вот эта дорожка или вот эти радостные известия, смотрите, приведут вас... Еще даже до конца не вижу, к чему приведут. Какое-то торжество я вижу, или реально какая-то встреча, знакомство. Знакомство очень такое важное для вас, значимое будет знакомство. Причем для кого-то это может быть знакомство для личной жизни, а для кого-то может быть с каким-то высокопоставленным лицом, что в будущем будет способствовать вашему карьерному росту или как-то продвижению по карьерной лестнице. Вот, для кого-то известия как раз и будут касаться должности, то есть именно повышению в должности, да, могут быть радостные новости. Вот, каким-то документам, да, может быть, какие-то документы придут важные для вас. Может быть, здесь знаете, что еще? Получение диплома. Вот, но пока вот карты говорят, что вы, собственно, вот об этих новостях радостных, вы о них догадаться пока и не можете. Поэтому смотрите, вот ближайшие 8 дней придут какие-то радостные новости вам, либо о документах, может быть, да, либо о должности, о новой, либо о какой-то дорожке, и в этой дорожке... встреча с каким-то значимым человеком. Я же говорю, может быть такое, что это будет мужчина серьезный, да, то есть знакомство с серьезным мужчиной для дальнейших серьезных отношений. Вот. Ну, а для кого-то просто с таким значимым человеком, благодаря которому вы потом будете продвигаться. Даже если у вас бизнес, да, все равно как-то вот этот человек поможет вашему продвижению.